Хорошие новости для тех, кто планирует отпуск на ближайшее время. Турция и Куба смягчили требования к выезжающим россиянам. Так, если раньше пересечение границы с Турцией республикой результаты отрицательных анализов на ковид требовались всем, кто старше 6 лет, то отныне детям до 12 лет не потребуется ни ПЦР-тест, ни сертификата вакцинации. Власти Кубы также приняли решение упростить правила въезда в страну для российских туристов. По новым требованиям проходить тестирование в аэропорту прибытия не нужно. Его заменит бесплатный экспресс-анализ на антигены, делать которые будут непосредственно в отелях. При этом с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. Анализы на антигены также брать не будут. Требования относительно вакцинации при этом не предусмотрены, хотя кубинские власти советуют сделать прививку ради собственного спокойствия. Об этом сообщили «Известия».